Блокпост оборудован тремя модулями. Один модуль предназначен для проверки граждан, у которых установлен мобильный терминал, выход имеется на интернет. Там проверяем по базе, по нашим Министерству внутренних дел, базам людей, мобильные телефоны на причастность к незаконным военным формированиям и так далее. Вот. Есть еще второй модуль, в котором человек может погреться, попить чая, сделать, ну, приготовить себе бутерброд. То есть там есть печка, чайник, так сказать, холодильник. И есть третий модуль, где оборудован душевой, оборудован туалетом. А вот у вас какое-то новшество, видеорегистраторы, для чего они нужны? Ну, это нужно для спокойствия как нас, так и людей, чтобы не возникало потом каких-то ситуаций, когда люди жалуются, там, ну, бывает такое, человек, допустим, его досмотрели, он затаил обиду, и он потом едет жаловаться, что с него там или деньги, может, какие-то требовали, или обзывали, или вели себя как-то не по закону. Поэтому мы теперь снимаем, чтобы, если какая-то конфликтная ситуация, мы можем предоставить, что вот как мы, что мы ведем, что мы тут действуем только по закону. Как вам относится блокпосту к этому? Вас задерживают? Ну, так немножко, что задерживают, а так ребята нормально относятся. Но он нужен здесь вообще, что? Да, ну тут боевых действий нету, может и нужен, может и нужен, я не знаю. А вообще как блокпост, вы считаете, нужен здесь? Здесь же боевых действий нет. Если считают правительство нужным, значит, ну для мирных жителей, конечно, нет. Ну а так, это спокойнее, когда есть? Спокойно, слава богу. Ну блокпост как здесь, нужен или может его убрать? Его? Нужно. В основном люди доброжелательные, нормально относятся, улыбаются, желают всего хорошего. Как у вас есть с ним замечания какие-то? Да нету никаких, часто не встречался, ничего не могу сказать. А блокпост вам не мешает этот вообще? Задерживает вас сильно? Нет. Нормально все? Я не так уж часто езжу, поэтому ничего не могу сказать.